Спасибо большое. Вы знаете, эта лампочка не была, вот эта лампа, которая горит. Я когда приехала, и вот этот свет, я куда-то тут стоял, мне не было видно. Да, и поэтому они поставили эту лампочку, потому что сказали, что недавно выступал, ну, другой артист, ну, из России. Даже без этого лампочка его было видно хорошо. Поэтому поставили, чтобы мы были так темные, еще бы не видно было бы. А зубы только видно было бы. Ну ничего, нормально, да? Видно дальше? Спасибо большое. А вы были в Индии? Кто был в Индии? Поднимайте ручку. Так, кто был в Индии? А вы были раз, два, три человека. А вы? Ой, жаль. А вы знаете, Индия знала, что вы не можете приехать, поэтому Индия сама к вам приехала. Это называется экономия. За такие деньги вы уже в Индии. А вы знаете сегодня какой праздник? Сегодня международный праздник. Называется «Встреча». В конце концов мы встретились. Вы знаете, я очень долго подготовился к этой встрече. Самый первый я изучал русский язык, чтобы была моя, твоя понимая. Но честно, я не все понимаю, очень трудно понимать. Вы сами знаете, любой чужой язык очень сложно. Но если есть желание, можно все делать для этой земли. У меня было очень большое желание выучить русский язык, чтобы с вами пообщаться, чтобы вы меня поняли. Я вас понял. Поэтому я каждый день я учусь, каждый день. Как в России говорят? Ой, я забыл. Век живи? Век учись. А дальше тоже что-то есть, да? Нет. А, да, как еще раз? Ты не трудь, все перетрудь. А, дураком, да? Ой, не, это неправильно. Нет, лучше надо так, теперь по-другому будет. Умным и здоровым умрем. Да. И что тут говорят в России сейчас? А, хорошо там, где? Россия. Я всегда говорю, хорошо там, где я есть. Спасибо большое. О, еще говорят сейчас. А, семья без урода. Кто знает, очень хорошо. Нет, сейчас по-другому. Семья без великого человека не бывает. Потому что мы не знаем, понимаете, честно, мы не знаем, кто, когда, кому будет нужен, мы это не знаем. Поэтому сегодня вы мне нужны. Поэтому, понимаете, видите, я как радуюсь, потому что вы у меня уже есть. Спасибо большое. Как в России говорят, и в Индии тоже говорят, понимаете, когда говорят, что жадность и алчность – это очень плохо. У вас тоже так говорят, да? Но я очень хочу, чтобы вы тоже были в каком-то плане жадны, как я. Сейчас скажу, ну, чем больше друзей, тем больше хочется. Чем больше любви, тем больше хочется. В этом плане я очень жадный. Спасибо большое. А вы смотрели фильм «Танцуй, танцуй»? Это фильм был после «Танцуй, диско», там тоже играет мой учитель Митун. Там есть песня, называется «Зуби, зуби». Знаете, да? Но эта песня не про зубов, а про любовь. Ну, что... Нет, действительно, недавно одна женщина так испугалась, она сказала, не, это не про зубов, потом она до конца песни мучилась. Поэтому сразу рассказывает, нет, эта песня про любовь. Я тоже боюсь учить стоматологию, и я знаю, вы тоже. И эта песня для вас, зуби-зуби. Зуби-з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 
Yeah.